Ladies and gentlemen, Runescoku, we Shakespeare! Чё сказал, сам того не понимаю. Всем здорова, дорогие друзья, Ромаха здесь с нами. Всем салам алейкум. Ну и, конечно же, Олега. Всем салам алейкум. Зашли, ребятушки, на обнову. Первый раз, ребят, я на обновлю... А, не, вру. Хотя нет, подожди, стоп. Не первый раз. Сейчас мне нужно зайти. Не первый раз, но... Просто заставку я такую не видел, либо я не акцентировал. Потому что, когда мы делали разбор, Ром, с этим чуваком, обновление было уже лето. Да, не было да, зимы. Не было, было это 100%. У бабули я тоже играл. Тоже было лето. Короче, что-то меня, как обычно, клинит. Ребяшки, ребятули. Че, у кого, че, как дела, у кого че нового, там, рассказывайте, показывайте. Кстати, вот, блин, кабан, вот сейчас смотришь на него... И просто вот реально, перед глазами это тот же самый наш кабанчик. Кстати, вот по поводу колес. Как будто здесь колеса побольше, и они здесь смотрятся поинтересней. Ромашки. Вынос. Ну, понятно, что у нас тоже ромашки, но только у нас от либо 220-го, либо рестовый, перерестовый. Я так и не понял, там, что у нас за ромашки. Тут, кстати, вот эти ромашки смотрятся, ну, блин, реально поинтересней. То ли радиус побольше. Тут, кстати, какие? Ну-ка. Что за вообще? Хасл Тайрес, прикинь. Нифига себе, да-да-да. Короче, колеса называются Хасл Тайрес. Ну, на вид 16-е, если честно. Я его не вижу. Не вижу. Сейчас будем рассматривать. Качество-то неплохое. Ну-ка. Дальность, чувствительность, поле зрения. О! 14-е вообще! Это не может быть! Это 100% не-не. Короче, ну ладно, в принципе, ну-ка, а давайте для сравнения. Заспавним еще одну машинку какую-нибудь, ну, Volvo, например, да? Она, наверное, старенькая. Да, вот на Volvo какие колеса, ну-ка. Тоже 14-е. По факту они почти одинаковые. Че, Олег, все? Короче, Олег на фишку, пацаны, если что, отъезжает, уезжает. Резко дела возникли. Олег, ну ты помнишь, да? Ты помнишь, что я помню, что ты помнишь? Да. Все, давай. Все, а работаем. Скоро, ребята, заживем. Я надеюсь, есть план, мощный план банан. Об этом чуть попозже, короче, будет инфа. Следите, кстати, за всеми телеграм-каналами, за Роминым, за моим, за Олеговским и так далее. Опа! Строй на втором этаже, будет защита базы. Конечно, у тебя какой? Какой у тебя уровень? Сейчас я еще что-нибудь тэпну, сейчас, секунду. Сейчас, 562-й сейчас сделаем. Так, X5, например. Ну, тут по-любому не 4-ки. Блин, криво заспамнилось, ребят, сейчас секунду. Ой, ну это 20-ки. Тут не видно. Не, ну тут понятно, что у нас. Ну, тут не 20-ки, тут 22-е. По-любому. Кстати, такие диски мне предлагали на 39-ку. Они встанут. Они на семерку встают, но не на 39-ку. Тут же 65. Тут что у нас по колесам? О, Мишлен. Вот тут видно размер R21. Пилот спорт. Ну, что-то мне кажется, тут колес должно быть тоже 22-е минимум. Ну ладно. Короче, не будем докапываться, а то фигней какой-то занимаемся, ей-богу. Все-таки это у нас игра, максимально приближенная к реал-тайму. Гранд Чероки у тебя же были, да, там, по-моему? Ну, осталось, да, пару штук. Слушай, а у тебя есть вообще запчасти, нет, какие-то? Нет. А что у тебя за Гранд Чероки? У меня тоже Гранд Чероки, получается, ZJ, как у тебя. Только рестайлинг. Вот. Какой год? А, 96-й. Какой мотор? 4 литра, рядная шестерка. Блин, ну... Не особо интересно, конечно, как 5-литровый. Ну, смотри, у меня ситуация следующая состоит. Есть один в загашнике у меня сейчас. Он у нас как донор, но, блин, он настолько легендарный, там мне аудитория, короче, не простит. Это 100%, поэтому я никак не смогу дать его в расход. Че почем, если не секрет? По-моему, что-то 560. Серьезно? Серьезно? Ну слушай, ну это должен живой быть аппарат, потому что. Ну, я, вот у меня легендарный 5.9, даже есть Magnum в редкой комплектации, в оригинальной. Вот один из 6 черков, грубо говоря. Вот. Даже его мы покупали с пацанами года, наверное, 3 назад. За 270, что-то такое. И это был один из самых дорогих черков на самом деле. Ну, рынок, да, сейчас вообще с катушек послетал.
появились в больнице, какого-то хрена меня крашнуло. Перед этим мы разговаривали с моим хорошим знакомым про Гранд Чероки. Короче, представляете, он купил себе 4-литровый Чирок. И то, наверное, скорее всего, на область. Потому что у нас любую, практически какую машину не возьми, очень редко, чтобы была растаможка на Россию. Достаточно тяжело, на самом деле, нам тут выживается. Ну, не жалуемся, бывает и хуже, как говорится. Потому что, во-первых, ни заехать, ни приехать, ни уехать ни в Россию, ни машину ни привезти, ни отвезти, только пароходом, теплоходом. Вы сами видели, что Дубровские приезжали, ребята, купили машину, и даже там у них возникла глобальная проблема, сломался паром, а если сломался паром, все. Беда, никому не достанется ни одной машины там, ну, на протяжении энного времени. Ну, это же вы представляете, какие очереди могут накопиться. Ну шо, Макс, здорово, тебе огромный привет, большой салам. Чё, слышишь меня, не слышишь? Это ты же мне писал, Максим, да, брат? Кислицын. Максим Кислицын, брат, тебе огромный салам от меня лично. Красавчик, продолжай в том же духе, еще увидимся на 12-м серии. Хочешь со мной, погнали, почили. Короче, момент следующим, пацаны. Жалко, что модеры Радмира... Мы, кстати, сейчас движемся по новой трассе, мне дико интересно. Свободный билборд, пожалуйста, кто хочет. Передал, братка, передал. Кто хочет, залетайте, свою рекламку размещайте. Блин, какие красивые горы, да? Едешь чисто, кайфуешь, наслаждаешься. А, ну сейчас, кстати, примерно понятно, какие степи мы проезжаем. И какая была узенькая, неинтересная... Ой, опасно. Да, узенькая, неинтересная трасса была. А сейчас смотри, как кайфово. Вообще, блин, жизнь меняется, Радмир меняется, блин. Все только в лучшую сторону, блин, огонь. Короче, момент в следующем, пацаны. Кстати, может быть, слышишь, у этого Максима истерика небольшая. Может быть, того чувачка сейчас тэпнем, которому я подарил скин. Он потерял его. Ну, он потерял его, да, даже есть видос. Его обманули. Я не видел. Я тоже не видел видео. Нам с пацанами нужно обязательно промониторить, посмотреть, как это все было. Ты не помнишь его никнейм? Давай спросим у нашей банды, может, кто-нибудь что-то подскажет. Вот пока я еду по новой дороге. Пацаны, видели Чирок моего хорошего товарища? А я вот еще... А, во, Никифор, все, этого зовут паренька. Не, Костя Монтур. Все, короче, он мне тут закинул. Вот он, этот Чирок. А, слушай, я видел его, все, я видел его на Авито, все. Он долго продавался какое-то одно было время. Я видел, что он продавался и за 300, да, он рестовый. Блин, ты представляешь, 560 тысяч, да, полляма. Я думаю, вам по-любому это будет интересно, как нам, ну, услышать комментарии от нас, от фанатиков Гранд Чероки. Ну и, естественно, тут половина игроков фанатики Гранд Чероки. Какого сервера двигается на Черкашку? Интересно слушать комментарии от реальных владельцев, ну и вообще в целом, что у нас творится по рынку Калининградской области, по этим Черкам. А их реально не осталось. Реально больше всех Черков это у нашей братвы. Блин, был еще момент, вот по сути, если так, по Черков посчитать, это сколько? Арменчика, потом Донор 2, потом, Олежа. Ну Донор это самый легендарный, КТМовец это и есть Арменчика, Олежика это 3, потом 5.9 это 4. Был случай, я упустил его, ну в принципе контакты остались. Был случай купить еще такой же черный, ну ладно, я его прошляпил за 150к, представляешь? 150? Да, полтора года назад. Ладно. Да, прошляпил. Но он не переоформляемый. Короче, и ладно. Может, да, ну, блин, для делюги вообще пошел. Короче, просто... Я же помню, я в ряд выстраивал. Да, много было. Много было, очень много. В ряд выстраивал, было очень много. Помните, пацаны, легендарные видосы с черками, когда они под навесом там все стоят? Прикиньте, у меня еще глюкануло. Хомин. Все, Хомин сейчас, кстати, у нас, да. Хомин на братве. Правда, он на Хому оформлен, но ничего страшного. На своих пацанах, как говорится. Ну, наверное, все. 5 черков тогда, да. 6 это, наверное, я посчитал с тем, которые пацаны толком, наверное, не видели, я не знаю. Или, может быть, видели. Ладно, не буду вдаваться в подробности, короче. Помните историю, когда я встретил трушного подписчика? Пацаненок расплакался при виде меня, и там прям вообще, и я решил ему там много чего подгонять, и много миллионов подогнал. Там миллионов 11, наверное, да, где-то? Больше, около 17. Да ладно! Плюс за лярд, грубо говоря, ему прилетел скин. Ну, может, не знаю, 1 500 000 точно. Я просто не шарю. Братуха, а что у тебя на аватарке стоит?
Чисто по приколу поставил аватарку? Меня... Да, по приколу. Этот какой-то челик нашел. Я тебе могу подарить чирок или могу подарить скин красный? Скин! Блин, ну ты смотри, ни разу у меня такого не было, ты прикинь, вообще. Ну были реакции топовые, ну чтобы вот так вот захлёб. Костя Монта, я помню, малого зовут. Давай, пробьем он в игре. Костя... Монте! Вот, да. Это он! Это он! Сюда давай, его! Так... парнишка, я не знаю, лет 12, наверное, может 14, расплакался. Я ему дал, наверное, ну, никому-то столько больше не давал. Не, Арменчика, конечно, благодарил. Ну, тебе там что-то благодарил. Ну, скину я же тебе не давал. Даже Роме не давал скин, вы просто прикиньте. Давайте. Вот он. Сюда. А что у него, нифига себе. Ну, Кость, здорово. Леша, получается, ты в курс дела не водил, да, по моему плану? Нет, на самом деле, я даже сам переживаю за твой баг, как всегда придешь и сам все ему расскажешь. Потому что если я не знаю, он уже, наверное, выйдет из машины. Все хорошо. А так, а где... А, сзади сидит? Да. Так, я просто место приветствую. Он сам решил себе сесть. А почему такая... А, конспиративность, я понял. Тогда я... Я вперед тогда. Давай, рюкзак давай. Скину. Я так понимаю, ты сейчас здесь живешь? Ну да, это. Очень у другой хорошо. Бабушки, скажем да. так, но специально время шел с того угла, чтобы никому не было понятно, в какой именно и в какой конкретной квартире.